Умение пользоваться туалетом – такой же важный навык для ребенка, как и умение ползать, держать в руке предмет, ходить или разговаривать. И рано или поздно все дети этому научатся. Главное – не затягивать с хождением в подгузниках. Они нужны для прогулки и сна. Педиатры советуют, больше чем на 10 минут ребенка на горшок не следует высаживать. Не надо ему позволять засиживаться на горшке, тем более с игрушками или мультиками. Иначе он будет считать горшок местом для игр. Главное для родителей – вести себя грамотно и уверенно. Именно от этого зависит, насколько гладко и безболезненно для всех пройдет этот важный процесс. Если вы вовремя не научите своего малыша такому важному умению, могут появиться проблемы с социализацией. По поводу возраста вырабатывания привычки надо посоветоваться с педиатром. Такого определенного мнения нет. Дальше ведь начинается постепенный рост ребенка, он ведь начинает сидеть. И вот когда ребенок начинает устойчиво сидеть и держать спину, его необходимо приучать горшком и делать это в возрасте 6-7 месяцев для того, чтобы у него выработался рефлекс. Делать это, кстати, нужно в определенном месте, например, в ванной комнате. Тогда он будет понимать, что от него хотят. И если ребенок находится, например, до полутора лет, я к примеру говорю, целый день в памперсах, и этот рефлекс выработается намного позже, например, годам к 4, а ведь ему нужно пойти в садик, и у него начинаются проблемы уже другого плана.